заняла команда там в Тамбовской области. Они уже уехали. Второе место стала команда Ивановской области. И сейчас Ефимова Александра. Один из тебя, да? Грамоту Наталья Михайловна подпишешь, потом отдашь. Рыбкина Мария. Ясинская Мария. Петрова Мария. Зимова Мария. Я закончилась 21.19, у меня никогда не было, а работаю я уже очень долго. Это
10-й выпуск у меня. Вот. Поэтому девчонки достойно представляете Центральный федеральный округ, город Москву. Вы Центральный федеральный округ. На финале желаю вам победы. Всего хорошего. До свидания.